Ich bin Soldat! Und echte Soldaten beantworten die Fragen des Gewissens nicht! Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Ты думаешь, я дурак? Я когда вам понимаю? Имя скажи, фамилию! Das ist ein sinnloses Gespräch! Понятно. Разговаривать со мной ты не хочешь. И что мне с ним делать? Может, клуб позвать, а? Или самому тебе подружу съездить? А даже если ты мне скажешь свое звание, что мне с тобой? Незадача. Слушай, как думаешь, а вы всех в лесу перестреляли или остался еще кто? Abgesehen davon, was redet, schweige ich! Да и я тоже думаю, что всех. Но бы стать КПШ понимал, что точно всех перестрелял. Нет, никого не осталось. Слушай, чего вы против нас все воюете? Вы что, не понимаете, что битвы в капу? Nein! Ihr seid dumme halt Menschen! Ihr versteht nicht, dass der Sein Deutschlands unvermeidlich ist! Ihr seid blind! Ich bemitte euch! А вот это не надо! Не надо, я сказал! Мы сильнее вас! Вступали не потому, что вы нас били, а потому, что так надо было. А теперь гоним вас и будем гнать вас до самого Берлина. Во-первых, у нас есть великий Сталин. Он у нас, знаешь, какой? Он самый умный, самый честный, самый добрый, самый... Идиоты! Чего? Так, повтори. Давай, чё?